Блин, уже 7 часов. Где этот Витя? Ага, в телефон втыкает. Кто здесь? Блин, Алена, что ты делаешь? Так, Витя, а что это мы опаздываем? А я за колой бегу. О, ну кола это хорошо, а то меня уже жажда замучила. Вообще-то это я себе купил. Ну ты и жаден. Да ладно, я пошутил. Ну чего тебе? Да ладно я тебе, хочешь пить, на? Ну ладно, на этот раз я тебя прощаю, но ты смотри мне. Алин, давай во что-то поиграем. Я даже знаю во что. И во что же? В правду или действие? Я думаю, давай лучше только действие. Думаю, подписчики согласятся. Да? А так даже интереснее. Всем привет! Вы на канале Микалина. И сегодня у нас правда или действие хардкорное. Мы выполняем только действие. Да. И проигравший будет выполнять желание победителя. Причем любое. Давай на конца три. Давай. Конца три. Конца три. Конца три. Да. Я победил, наконец-то. Да. Он мне загадывает желание. Итак, это самое, думаю, простое, и вы уже все его знаете. Полталава. Раз. Два, три. Ну, молодец. Итак, Витёк, иди сюда. Смотри, у меня для тебя есть очень интересное задание. Да. Ты захочешь помыть руки в фонтане? Конечно. Ну, беги, мои руки в фонтане. На глазах у всех? Ну, ладно, давай. Давай. А я с удовольствием. Меня Алина испачкала колой. Ну что, Алина, теперь ты опять, да? Окей, давай, идем. Я ей загадала, чтобы она станцевала с тем парнем. И она будет с ним танцевать. Ну что, Алин, готова? Шикарно, особенно когда она попросила его станцевать. Ну что, понравилось тебе желание? Мне очень понравилось. Мальчик вообще молодец. Мальчик милый. Витя, возьми интервью у быка с помощью этой бутылки как микрофон. Think about. Идем. Блин, быка убрали. Ну ладно, придется менять желание. А поиграй меня в аэрохоккей. С удовольствием. Я просто мастер в этом. Ну, вообще нет, ну ладно. Идемте. Страх потерял. Так, ну я, в принципе, в это играла, поэтому... Ну-ну, посмотрим. Ты сама себе забила! А, блин, она не высовывает свой.
Поздравляю! Он какашка. Алина, слабо ударить в эту штуку? Мне ни капельки. Готов? Давай, я в тебя верю. Молодец. 254. 255. Ну, неплохо для новичков. Просто я никогда это не бил, и я сам не знаю, как я ударю. Давайте. Раз. Давай. 254. Все. Давай. Нет, иди одна. Меня ведет. Раз, два. Больно? Это больно. Не, ну у нас, знаете, как... Айдем. Два раза у нас не получилось, и два получилось. Ей. А меня прощайте, просто я первый раз. Мы стали свидетелем пожара, но я не вижу его нигде. Ладно, видимо, мы пойдем в Макдональдс за твой счет. Окей, идем. Let's go! Let's go! Именно let's go! My friends! Ладно, let's go with that. Ну, если честно, такое, я люблю больше, знаете, типа, там машинки, короче, надо пускать там... Что такое? Да, мы возьмем два Happy Meal. И, кстати, я подам в суд, если Happy Meal не сделает меня счастливым. Так сделал один американский человек. Сработало? Алине всегда все так. Переключимся после рекламы. Я буду ждать в очереди. Ну что, ты довольна? Еще больше. Освободила царское место возле окна. А, смотрите, там. Ну там светится. О, мне стопушит. Я очень давно не кушаю. Давно. У нас еще осталась кола. Надо купить еще Ментос. Короче, я заставлю коробочку именно ее, чтобы она не противилась. Она будет ходить, подождите, вот так, по улице. Посмотрите на Витька, он же в моей кепочке. Ты все равно будешь... А там ходи ему. Ты сейчас все равно будешь в этом ходить, так что давай не волнуйся. Когда я выполню его задание, я ему придумала столько же сказаний. Так, ребят, сейчас 21:11. Мы засекаем время. Давай, раз, два, три. Я буду сопротивляться. Ну все, Вить, пошли тебя красить. Слышь, я не буду краситься. Хочу бежать, вот это. Давай, Маша. Маша, я не буду. Что? Она мне хочет докрасить. Ну, радуйся, хоть не красная. Она тебя пощадила. Что, смеешься? Все, Алина. Я хотела, ну, я хочу ее немножко пощадить в этот раз. Ну, только в этот. Она просто сделает фонтан из колы с Менсом.
я думаю, это не такое уж сложное задание. Но в конце нас ждет сюрпризик. Раз, два, три. Ты чё? Бэби Шарк! Ура! Получилось! Ну, давайте еще. До сих пор остался. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Дилин-дилин. Это уже все знают. Think about it. У меня опять поломался самолет. А, так, кстати, мы пока будем его чинить, а на этом видео наберет 500 лайков. И мы вас всех любим. И она, может быть, меня не задушит. Молитесь. За Витька.